под сапогами и решето от всех дробин. Ресницы падают клоками, в глазах карабин. Жизнь стала лучше, веселее, а шея тоньше и длиннее. Попался на кокетстве с ней поэт Булонский соловей. Вот чаша утра, раскрываясь, вливает солнечный нектар. Я электронный измеритель, волшебник плазменных гитар. Доколе государство рядом, я неуютность ощущаю, над основанием потешаюсь. Возможно, русская цензура, золотым булатом наслаждаясь, свободе нравственной морали такой порядок начертали. Мурашки в разговоре с шкафом, сугубым выражением лиц. Что будет, если нас не будет? Кому жить в мире без границ? Мурашки в разговоре с шкафом, сугубым выражением лиц. Что будет, если нас не будет? Кому жить в мире без границ? Дай бог, не последний. Нет, не последний. Хочется отметить, что у нас барабанщик сегодня играет на ложках и на коробке. Это правда. Это правда. Вот такое у нас смещение. Коробка от китайской еды какой-то. Ну, какие ложки. Войтов, Максим Войтов. Спасибо большое, ребят. Спасибо. И 28 секунд аплодисменты. Давайте до конца часа. Давайте, 28. Сотрясаем воздух, да, и посылаем вам вот эту энергию джа. Эфир нас можно будет пересмотреть на сайте, ложки, все. Мы вам его перепокажем, да. 7, 6. Джа Растафарай, эй! Джалив! Only Jalov. Вы слушаете «Серебряный дождь».